Идею предложил глава Сочи Анатолий Пахомов. Депутаты городского собрания его поддержали. Для того, чтобы получить такого вида социальную поддержку, ветеранам нужно обратиться в районную администрацию и написать заявление. Если сам заявитель не может прийти в администрацию, он может оставить заявку по телефону. Чиновники придут к нему домой и оформят документы на месте. Деньги будут перечислены в зависимости от желания ветерана либо на сберегательную книжку, либо на карту банка, либо их отправят почтовым переводом. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны выплата в 5000 рублей. Вторая категория, которая получит в сумме 3000 рублей единовременную выплату, это узники, малолетние узники фашистских лагерей, и это жители блокадного Ленинграда. И третья категория – это вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, и это участники трудового тыла. В Сочи живет около 6500 человек, которые могут рассчитывать на единовременную выплату. Судя по темпу процесса, до 9 мая деньги получат все, кому положена эта помощь. Впрочем, прием заявлений будет длиться до конца года.